Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Элисон, добро пожаловать в новую серию нашего шестого сезона с модом Pixelmon. Чем мы будем сейчас заниматься, я не имею представления, потому что, честно, я не знаю. Будем... Опа. Чармиллион. Будем, как всегда, фантазировать и, в принципе, напросто рандомно искать какие-то приключения в мире покемонов. Ух ты, нифига себе, там Чармиллион, Инфернейп. А почему я так смотрю на Инфернейпа, если у нас есть Чимчар, да, я так посмотрел? Ух, Инфернейп, как бы я хотел Инфернейпа, а я только сейчас заметил, что у нас есть Чимчар. Поэтому нечего расстроиваться, мы так будем иметь Инфернейпа. Все, что нам нужно, это просто-напросто его прокачать. Бам-бам-бам. В какую бы сторону нам побежать, ребята, как думаете, в какую сторону бы нам побежать? Я не знаю, может туда? Офиг его знает, давайте-ка я немного вот это так убавлю. Наверное, туда побежать. Потому что, смотрите, тут у нас мы уже что-то изведали, тут тоже. А в этой стороне у нас нету даже никаких вейпоинтов, поэтому, мне кажется, будет круто, если мы туда побежим. Так, давайте полетим, точнее. Вот сейчас уже и ночь наступит, поэтому я не знаю, честно. Но будем искать боссов. Хотя вряд ли мы их найдем. Я вообще молчу об этих боссах. Желтенький. У нас есть желтенький. Вроде... Ребята, у нас есть желтенький. Ну, если не было, то уже есть. Потому что он нам, если честно, очень даже нужен. Так, чтобы выкинуть. Я не знаю, что можно выкинуть, честно. Так, G. Что это он делает? Я не знаю, честно. Ой. Тартера. Идем мы домой быстренько, потому что, во-первых, нужно очистить свой... Так, это можно удалить. Нужно очистить свой инвентарь, потому что там уже он такой загадженный, что это с ума можно сойти. Так, в принципе, да, давайте очистим. Так, и знаете что? Я забыл, если честно, добавить мод на сундучки, да, что как бы добавляется новые железные сундучки, но ничего страшного, я потом постараюсь это все добавить. Так, это все, что можно, мы выкинули. Это, в принципе, я не знаю, тут куча вещей, которые просто-напросто можно нафиг выкинуть. Вот это можно выкинуть. Это очень засоряет инвентарь, а если мы это возьмем и просто-напросто куда-то выкинем, то меньше места будет, точнее, больше места, наоборот, будет в нашем сундучке, вот так. Ух, я ни черта не вижу, поэтому нужно идти поспать как можно быстрее. Но сначала давайте мы вот это все выложим. Да, все, выложили. Там тогда, в принципе, давайте еще сундучок создадим. А потом, когда... Это сюда. А потом, когда у нас будет уже больше... Так, это нужно забрать. А тогда, когда у нас уже будет больше... сундучков, или наоборот, я сделаю новые сундучки, да, то есть вот те другие железные, когда добавлю мод, если опять не забуду, то тогда мы, наверное, и переложим вот это все в сундуки. Так, может нам еще желтые поставить, хотя если мы не дома, если нас нету рядом возле дома, то приконы не будут расти, Поэтому нужно находиться все время дома, чтобы они росли. Поэтому нету смысла их даже сажать. А ну секундочку. Так, ну куда мы будем топать? Возвращаемся, наверное, мы туда, откуда мы пришли. Это вот отсюда. Как думаете? И полетим туда, куда мы планировали. Это вот туда. Потому что нужно изведать новые территории. Нужно посмотреть, вдруг мы найдем какой-то... какой мы можем найти? Глиняный биом мы можем найти. Или спрятанные болы. Опа. А, это шакл. Или даже просто банально, если мы будем летать, то сможем боссов найти. Хоть и не верится, честно. Как-то мне вообще про боссов уже не очень верится, но все же попробовать можно. Вы мне вроде сказали, что... Опа. Ага, Урсаринг. Вы мне сказали, что я в предыдущей серии пропустил там одного босса или шайни. Но, ребята, я извиняюсь, честное слово, я как-то, знаете, не заметил. То есть, если бы я даже хотел, то я как-то не заметил. Потому что это сложно, да, вот, опа, Пикачу там.
Это сложно, например, я сейчас летаю, и мне тяжело смотреть и в одну сторону, и в вторую сторону смотреть, и в третью сторону смотреть. Вы это можете увидеть, потому что кто-то из вас может посмотреть налево, кто-то может посмотреть направо, кто-то может посмотреть вниз, и тот, кто посмотрит вниз, заметит покебол. А я не могу с вами посмотреть сразу на три стороны, поэтому у меня так, к сожалению, не получится. Я смотрю или в одну сторону, или в другую сторону. Это кто у нас тут заспавился? Снаб, Гранбл, нифига себе. Гранбл у нас заспавнился, но нету смысла. Может, он и заспавнился, но мы бы его и так не словили. Я бы лучше Снабла словил, и то, мне кажется, даже если бы у меня были болы, то я, если честно, вряд ли бы его словил. Опа, нифига себе, летающие блоки. Бесполезные покецентры. Потому что они реально просто бесполезные, нету никакого смысла, что они в принципе существуют. Опа, Волтор. Это что за фиготень? Это Снабл. Знаете, как-то сдалека немного кажется, что это какой-то Булл, танцующий шакал, смотрите. Опа, опа. Качает жестоко, я вижу Снабла, но мы тут не будем задерживаться, потому что мы не хотим... Оу, е-е-е, а что мы... Да-да... Твою мать, и что нам делать? Ух, у нас есть один Duskball. Как говорят мерикосы, Duskball of Dream. Покебол, не знаю, какого-то там мечты, не то что не мечты, потому что с одного Duskball словить Риолу. О, я не знаю. Ну, попытка не пытка. Дождемся ночи. Ну, дождались, то мы дождались, но я не хочу на это смотреть. Ох, ладно, у нас единственный вариант есть, это только вот этот. Мы его ничем не можем ударить, хотя Пиплоп может ему и фигачнет. Ну, Пиплоп ему может так запиндолить чуть-чуть, но это прям, знаете, чуть-чуть. Это чтобы было хотя бы тут пару, плюс там 2%, то что мы сможем... его словить. Уху! Это я не ожидал. Честное слово, что нам повезет с одним. Ух. Ладно, так, я включу день, ребята, я включу день, потому что я не хочу возвращаться домой. А, это кто у нас там? Это Клиффейбл, Клиффери. Ребята, я включил день, потому что это нужно отпраздновать. Это нужно отпраздновать. Риолу. 11 уровень. Мы словили с последнего, мать его, Duskball, который валялся у нас в инвентаре. С последнего. И мы словили, ребята, Ларвитара я тоже, если честно, хочу. Но Риолу я, если честно, хотел больше, мне так кажется. Это вообще я не ожидал. Вы сами видели, что я прям отвернулся, потому что я не хотел смотреть, словили ли мы Риолу или нет. Но нам повезло, и мы словили Риолу с последнего Duskball'а. Знаете, я уже хотел очень возмущаться. По какому поводу я хотел возмущаться? Так же, как с Вулкароной, да? То есть, когда нам она не нужна, в принципе, когда у нас даже нету болов, чтобы ее словить, она будет встречаться на каждом шагу. Когда у нас будет целый инвентарь болов, когда мы будем охотиться за этой Ларвестой и за Риолу, там несколько серий мы будем охотиться. И хоть у нас там будет не знаю сколько болов, мы не найдем, и мало того, мы не словим, потому что мы просто-напросто не найдем. А вот сейчас, когда по сути она нам нафиг не нужна, потому что у нас даже болов нету,
мы нашли Ириолу в пред... И, ну, сейчас мы нашли Ириолу и Ларвесту. Я хотел уже возмущаться. Ну твою мать, когда у нас нету булов, то мы ее находим. Когда есть булы, то мы пытаемся ее найти, не находим. А даже если находим, то она не ловится, потому что очень хреновенько она так ловится. Но с последнего бола мы все же смогли. Ребят, это реально нужно отпраздновать, потому что с последнего бола словить Риолу, если честно, я даже этого не ожидал, но это вообще офигеть. Мне кажется, нам нужно где-то вот тут остановиться, то есть не то, что остановиться, а где-то вот тут поставить waypoint. А, потому что, мне кажется, сюда мы еще вернемся. Я не говорю, что мы вернемся за Мью, потому что... Ну, вы понимаете, что мы вряд ли за Мью сюда вернемся. Ой, вот так. Поэтому я не знаю, честное слово. Давайте waypoint вот тут поставим. Джангл, вот так. Вот, замечательно. Джангл, горы, спайк, зимний биом у нас есть. У нас уже много чего есть. Это круто. Это круто. И Риулу у нас есть. Смотрите, Ноктаву у нас, наверное, будет Филиппином. Как мы говорили, мы, наверное, Ноктаву переименуем Филиппина, да? Так как, ну, мы говорили, что будем покемонов называть в честь летсплейщиков. Пиплоп у нас будет Фростой. Чимчар? Ну, Чимчар я пока не знаю, что это, не знаю, что это за неизведомая сверхъестественная хренотень какая-то. Что это? Что это такое, вашу мать? Ребят, я боюсь. Давайте уходите отсюда, а то еще сейчас майн крэшнится, сезон удалится, то есть карта из этого сезона удалится, и все. И капут шестому сезону Пиксельмона. Потом капут в смысле то, что нужно будет новую карту создавать. Не, ну я, конечно, это шучу образно, но все же лучше мы оттуда уйдем, чем будем дожидаться, пока эта фиготень неизведомая крашнет наш майн. Вот мне показалось, что это покебол, если честно, сдалека. Поэтому я уже обрадовался, мол, покебол, покебол. Нужно все-таки, мне кажется, возвращаться домой. Возвращаться домой и как можно больше выращивать априконы, потому что мы себе сделали, так, это, как это бы странно ни звучало, но в этом сезоне вот эту фиготень нужно собирать, потому что в этом сезоне это действительно нужно. Если мы словим Пикачу, то мы его даже не сможем эволюционировать в Риолу, в какую Риолу нафиг, я просмотрю на Риолу и говорю, не сможем эволюционировать в Риолу, мы даже его в Райчу не сможем эволюционировать, потому что у нас даже камня эволюции не будет, а вы знаете, что в этом сезоне камень эволюции будет очень тяжело достать. Офигеть, тут столько опыта с этим модом. Поэтому давайте-ка мы лучше мы будем собирать вот это все. У нас уже есть 3 штучки, еще в принципе сколько? Еще нет, не 7, еще 6 нужно, потому что там 9 нужно. Уф, ладно, летим отсюда. У нас куча бул, не булов, а было бы круто, если бы булов. У нас куча угля, потому что мы его так добываем, даже мы не ищем его, просто-напросто вот так летаем, и нам встречается куча угля. Но я не знаю. Честно, ребята, наверное, в следующих сериях мы... Опа, это кто от нас убегает вот тут такой на понтах, как я смотрю? Чаризардушка, привет! Здрасте, мордасте, Чаризардушка. 40-й, 41-й уровень, 47-й уровень, нифига себе. Но, к сожалению, мы должны тебя оставить, потому что ты нам, в принципе, сейчас не нужен. Не нужен нам Чаризард, не нужен. Так. О, ты где? Ты где? Я же и вот кинул я его вот сюда, он где-то очутился, хрен его знает где. Поэтому, ребята, в следующих сериях мы уже, во-первых, начнем строить дом, потому что он нужен, если честно. Какая уже 6-я серия, а мы еще даже не начали его строить. Если честно, он прям очень нужен, чтобы мы уже могли там и нормально... Ну, хотя бы, чтобы у нас в голове была мысль, то, что мы можем в любой момент вернуться уже в наш дом, а не вернуться в какой-то там не нами построенный Пуки-центр, да? Ну и плюс к тому, нужно уже выращивать как можно больше априконов, чтобы сделать как можно больше покеболов. Потому что вы сами видите то, что они нам нужны, потому что сейчас в какой-то степени нам поперло на покемонов. То есть мы словили Риолу. В предыдущем сезоне мы словили Риолу, ну честное слово, я не знаю, когда...
где-то посередине сезона. В предыдущем сезоне, в четвертом, мы словили Риолу где-то под конец сезона, потому что я даже не знал, кто такой Риолу в то время, ну, в четвертом сезоне. И, в принципе, даже не знал, где он спарится. У нас он. Вот сейчас у нас мальчик Риолу. Поэтому я тогда даже не знал. А сейчас у нас шестая серия, мы Риолу забабахали себе. У Карио новый капитан команды будет. А кого на... честь кого назвать Лукарио? Прям какой-то такой ютубер, прям летсплейщик какой-то такой должен быть популярный, потому что, ну хотя у нас Тортера и Вангай, поэтому куда еще популярнее. Я в жанре игр, да, да, конечно, там есть другие ютуберы русские, которые популярнее того же Ивангая, но я говорю в сфере летсплея, в сфере игровой какой-то индустрии, да, а не в какой-то там развлекательной, юмор и все такое. Вот тут, кстати, круто, мы потом Иви сможем словить вот тут, в этом биоме. Мне кажется, даже стоит тут поставить waypoint. Как думаете? Мне кажется, стоит. Стоит тут поставить waypoint, потому что мы сюда потом, может, еще вернемся, так как Иви это полезная фигня, если честно. Одна Иви и 35 эволюций. Ну, я, конечно, образно 35 эволюций, но все же эволюции действительно дофига. Только где бы зашпиндолить вот этот? Ну, давайте вот тут поставим. Big Forest. Вот так. Ну, то есть большой какой-то лес. Вот так. Замечательно. Мы в этой серии, плюс тому даже биомы нашли какие-то нужные нам. И Риолу словили. Но все же, как я уже, ребята, сказал пару минут назад, в следующих сериях мы будем выращивать априконы. Для того, чтобы в дальнейшем пойти еще на большую охоту. Потому что, смотрите, за те 6 даскболов, которые мы себе сделали, мы словили 4 покемонов. 6 даскболов, 4 покемона. Это, если честно, круто. То есть, не всегда ты сможешь словить 4 покемона с помощью 6 болов. Но все же нам повезло в какой-то степени. И мы смогли словить. Я просто смотрю, нету ли тут каких-то боссов. Это нужно как-то очень внимательно даже смотреть. Смотрим. Ну, вроде я пока что никого не вижу. Даже вряд ли увидим, если честно. Не, вряд ли. Но все же, знаете, иногда может мы тоже так будем гореть. То есть, мол, вряд ли, а потом бум, кто-то заспавнится. И мы сможем его убить. Вряд ли. Опять вряд ли мы его сможем убить. Так. Полетели. Я что-то хотел сказать, но я забыл. Я не знаю, честно, ребята. Мы еще, знаете, вот так полетаем немного. И где-то так к серии 20-30. Опять мы нашли пустыню, мать ее. Что это за нафиг за генерация какая-то такая накуренная? То есть смотрите, что это за фигня? Как-то она регенится, как-то не круто. Смотрим, ребята, смотрите и кричите. Если я пропущу болт, то кричите прям во все горло. Мол, Эдисон, вот ты на такой-то минуте, такой-то секунде, ух, нафиг я уже заговариваюсь, пропустил такой-то болт, потому что я потом, может, опачки-попачки, ты пиг, здравствуй, я тебя где-то тут видел, а да и нафиг ты мне нужен, Скорупи, а я где-то ты пига видел, но, в принципе, да я и слышу его, он там разговаривает, да иди ты в жопу, вы дадите нам уйти нафиг, нет? А, где он? Вот он там, вот. И там еще один, что ли? И я не знаю, честно, ребята. Мне кажется, даже если бы у нас были сейчас болы, и мне ситуация бы позволила словить Типига, вот еще один, я бы его, наверное, не словил. Как бы странно это ни звучало, но сейчас я не вижу смысла его ловить, потому что, ну, у нас есть Чимчар, у нас есть уже огненный покемон. Зачем нам еще одного огненного?
Может тогда, когда мы прокачаем Чимчара, и у нас уже получится Инфернейп, и мы уже, в принципе, выложим его даже в компьютер. Опа. Мы его выложим даже в компьютер. Вот тогда я О, так, я чуть опять не пропустил. Вот тогда я, может, и пойду, приду, точнее, и словлю ты пига. Но сейчас... Да ну нафиг, да ну вас в жопу. Ух ты. Круто. То знаете, мы не находим 30 минут подряд какой-то маленький болл, который где-то бы валялся. А сейчас мы на одном, можно сказать, да, практически на одном месте мы нашли два болла. Ну ладно, я не жалуюсь на эти два болла, потому что, ну, круто, что мы их нашли. Это что там? Круто, что мы их нашли. Так, опа. Вот так. Нормально. Нормально, алмазик, нормально. Круто. Ну, я не знаю, честно, стоит ли нам вообще брать вот это, как оно там называется, золото, раркенди, конфетки. Ребята, как вы думаете, будем ли мы делать вообще конфетки? То есть, стоит ли вообще их делать? Я не знаю. Может и стоит, может и нет, но... Не знаю, честно, я не буду гореть, потому что я не... Пока что именно вот сейчас я не вижу смысла их делать. Так, опа. Взбираемся вот сюда, на верхушечку, и будем отсюда вылазить. И, может, мы еще куда-то полетим? То есть, сколько там уже серия длится? Серия 17 минут уже вроде, или сколько там длится? Мы еще можем немного полетать. Потому что, смотрите, мы нашли два болла... И может нам повезет, и мы еще найдем. Я не уверен, но попробовать можно. То есть два болла было на одном месте. О, Бластойс, нифига себе. Два болла было на одном месте. И в принципе, почему бы нам не еще чуть-чуть не полетать и попробовать найти еще один болл. Потому что никогда не знаешь, что может с него дропнуться. Может с него какая-то полезная фигня дропнется. И плюс к тому... А в этой же пустыне очень просто замечать вот эти боллы, потому что тут ни деревьев, ни больших каких-то гор, да, и ты можешь вот так просто летать и где-то взять и заметить болл, потому что это не так очень сложно в пустыне. Вот я уже две штуки заметил, которые, в принципе, были, заспавнились как-то в воздухе, рядом друг с другом. О, еще один, вот видите, на острове, прям на острове валялся. Ну, было бы круто, если бы нам, конечно, экспешер бы дали. Экспешер, да, размечтался. В предыдущем сезоне у нас, если учитывая то, что мы убивали кучу боссов за одну серию, у нас за всю серию... Так, это что там? Нифига себе. Ого, нифига себе, сурф. А у нас не за одну серию, а за целый сезон у нас был только один экспешер. И шанс того, что мы найдем... Экспешер в сезоне, где мы, может, будем убивать босса раз в 50 серий, я не уверен. Но почему-то пока что нам везет на покеболы, которые мы находим в пустыне. Зря я, наверное, вот это сказал. Сейчас вообще нифига не будем находить. Еще прикиньте, найдем тут 35 деревней, 35 вот этих гробниц, как мы уже только что еще одну нашли. Перед этим практически находили по две гробницы в одну серию. Это, если честно, тоже какая-то редкость нафиг. Но мы почему-то находили так много. У меня есть такое ощущение, что сейчас вот это закончится, и это просто какой-то остров. То есть тут продолжения нету, и да. Тут продолжения дальше нету. Нам нужно сейчас будет разворачиваться и лететь в какую-то другую сторону. Что по поводу глиняного биома? Стоит ли нам его вообще искать как-то? Ну, искать-то его, конечно, стоит, но стоит ли нам его очень как-то так часто искать? То есть, ну кого мы там сможем словить? Белдума. Белдум это, конечно, круто, но... Но мы его не сможем словить. А почему мы его не сможем словить? А потому что Белдум это такая паскуда, которая ловится только с помощью... Это еще болл, да? О, нифига себе. Дайв болл как раз... Ой!
Это прям, ребята, какая-то поляна нафиг. Это прям какая-то поляна вот этих булов, которых мы уже нашли в этой серии. Еще один. В этой серии мы уже нашли около 6-7 штук вот этих булов. Это какая-то поляна вот этих покеболов, то есть приходи, забирай. Находи, прям не хочу, сколько штук, столько и бери. Ладно, давайте летим сюда. То есть, я не знаю, Белдума, да, я согласен, Белдум это крутой покемон. Но то, что стоит ли вообще находить, о, нифига себе, вот это вот тут круто. Офигеть, вот это Sunflower Plains, вот тут прям жесть, как сколько их, но... Если мы Райквазу не выловили в предыдущем сезоне, то в этом сезоне 100%. Мы ее даже не найдем и не увидим, и у нас даже не будет желания ее ловить. Но я не знаю, по поводу Белдума, вряд ли мы даже... У нас будет мысль какая-то в башке, чтобы мы пошли и его словили. Нифига себе, вот это горы тут большущие. Опачки! Да вы издеваетесь, ребята! Я прям, знаете, иногда у меня такое бывает, как только я скажу, это перед нами просто-напросто появляется. Ну честно, ребята, откуда я мог знать, что тут находится глиняный биом? Откуда я мог знать, что он вообще тут находится? Я просто летел, куда глаза глядят, и вот мы нашли глиняный биом. Алмазик? Нет. Вот ты жадина, говядина, не дропнул нам алмазик. Это можно вот сюда поставить. Так, вот так. Поэтому Белдум... говорили всю серию о Белдуме. Ну как, всю не всю. Пришли, и мы нашли тот биом, где он может заспавиться. Не может, а в принципе, где он не спавнится, да? Ну, как бы... Не всегда тоже есть шанс какой-то, что он заспавится, не заспавится. Но все же... Гулета вот этих всех покемонов можно словить, но Белдума, потом Метанга, Метагросса мы не будем, наверное, ловить в этом сезоне. А я объясню, тот, кто задается сейчас вопросом, а почему как бы, почему ты его не будешь ловить, а потому что они ловятся вроде только с помощью мастерболов, да, то есть Белдум это такая паскуда, можно сказать, в какой-то степени это мини-легенда, то есть он настолько зажирался, что он ловится только с помощью мастербола, его обычным болом, я не говорю, что его нереально словить обычным болом. В принципе, любого покемона можно словить, есть шанс словить обычным болом, но какой-то шанс, знаете, всегда есть маленький шанс. В том же сезоне мы словили Селеби Даск болом, мы не тратили на Селеби Мастер Бол. Поэтому я не говорю, что нереально словить, но сколько нам предстоит потратить... Болов, чтобы мы словили вот эту паскуду. Я не имею ни малейшего понятия, представления. Поэтому, мне кажется, лучше даже не пытаться его словить. Даже если у нас будет несколько стаков вот этих болов, мне кажется, лучше их потратить на поимку какой-то легенды, если она все же заспавнится. Как бы потому что, если у нас и заспается легенда в этом сезоне, то не факт, что мы сможем ее просто-напросто вот так взять и словить. И как бы я не уверен, что у нас вообще будет мастербол в этом сезоне, да? Поэтому я не могу вам, ребята, ничего сказать по поводу этого сезона. Сезон хардкорный, и кто задается вопросом, кто меня уже часто спрашивал, а если все-таки выйдет Покерадар, то ты установишь на эту версию Покерадар, то есть на вот этот сезон Покерадар. Ребята, Покерадар вряд ли выйдет, то есть шанс, что он выйдет, нету шанса, что он выйдет, потому что вы зайдите на тот же официальный сайт тех людей, кто раньше создавал Покерадар. Все, они ушли, то есть они больше не делают Покерадары, то есть им, наверное, надоело делать Покерадары, и все, они больше не делают. Поэтому, если они раньше делали покерадары, а сейчас некому их просто-напросто делать, то кто будет делать? Пушкин? Наверное, он и будет, потому что больше людей нету, кто сможет сделать покерадар. Ну, это лично мое мнение. Хотя, может, там есть какие-то программисты, которые просто-напросто возьмут ту всю работу тех людей, которые делали радар раньше, на себя, но я не знаю, честно. Глиняный биом. В этой серии мы нашли прям
кучу всего. Мы словили Риолу. Мы нашли прям Уеву тучу. Мы нашли Уеву тучу. Без Х. Без Х, ребята. Конечно же, без Х я никогда не матерюсь. Уеву тучу мы нашли. Покеболов. И также мы нашли... Что мы нашли? Смотрите. Мы нашли джунгли. И мы нашли глиняный биом. Как бы это странно ни звучало, но в предыдущем сезоне... И плюс тому, мы в предыдущей серии нашли зимний биом. И не обычный зимний биом, а вот с этими ледяными шипами, да? С ледяными шипами мы нашли. Это, если честно, ну как-то странно, потому что в предыдущем сезоне, чтобы найти вот этот биом, нам потребовалось около 60 серий. И плюс к тому, я его не сам нашел. Я попросил вас помочь мне найти вот этот биом, я скинул вам сид этого мира, и вы мне помогли найти вот этот биом. Так же, как я у вас и просил и найти джунгли, потому что джунгли в той версии были как какие-то, я не знаю, то есть... Быстрее можно было найти 150 или там 300 равнин и гор, чем ты нашел джунгли. И поэтому я даже у вас джунгли попросил найти, вы мне помогли найти джунгли. А в этом сезоне, ребята, это прям какая-то сказка. В том смысле, это что там? Ау, не, старый приятель Соломенс. Мы может его, да, в принципе не можно, мы его стоим, но только не Соломенса, а Багона. И это только тогда, когда у нас будут болы. Ну иди ты сюда. Мы его смогли... Да. Мы его смогли убить. Лучше мы бы даже не нарывались. Это же Соломенс уже, он же крутой пацик. О чем мы вообще думали, когда вступали с ним в бой? Ну, в принципе, ребята, мне так кажется, что можно уже возвращаться домой. Я как-то бежу. Вы мне даже не напоминаете, что я без шейдеров бегаю. Давайте домой будем возвращаться, мне так уже кажется, уже пора, в принципе, домой возвращаться. Круто. Круто. Кто-то есть? Босики? Босики-карабосики. Ага, может. Все, ребята, на этом мы будем заканчивать эту серию. Я надеюсь, она вам понравилась. Небольшие итоги. Мы словили Риолу, мы нашли... Офигеть, как много болов. Смотрите, мы нашли 4 темки. И тут хэмка, да, мы нашли... Два бола, мы нашли вот это, шапочку. И, в принципе, это круто. Это круто, потому что много болов мы нашли, много темок мы нашли. В принципе, много болов, которые сами по себе на земле валяются. Это круто. На этом, ребята, мы будем заканчивать. Ставьте лайки. Когда мы наберем 800 лайков, сразу же выходит новая серия. Когда она выйдет, зависит только от вас. Оставляйте комментарии. Мне очень нравится, когда много комментариев. Я стараюсь ответить на каждый из них и также стараюсь прочитать. Каждый из них и ответит на них. Поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы я прочитал ваш комментарий, просто-напросто оставьте его. И также вступайте в нашу банду крутых перцев. Все, что от вас требуется, это просто-напросто на меня подписаться. Я буду этому очень рад. На этом мы заканчиваем. Еще раз скажу всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.